И вот чтоб тоже он вращался легко, здесь стоит подшипник. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Иногда возникает необходимость впрессовать вот такого плана подшипничек, ну вот в какую-то пластиковую форму, чтобы он здесь держался, надежно держался, не выпадал. Ну, например, как вот в этом случае, вот. Он вращается очень легко и хорошо, потому что здесь стоит подшипник. Ну, это рождается флюгер, будет довольно-таки интересный. В следующих видео я вам обязательно покажу, как он изготавливается. Или, например, вот если возьмем, что вот будет на флюгере, например, стоять вот такой пропеллер. Винт или как его. И вот, чтобы тоже он вращался легко, здесь стоит подшипник. Или, например, вот имеется вот такой вот узел. Это рождается, так сказать, стедикам. Для видеокамеры. Камера еще пока что в пути, ну вот. У нас тоже здесь вставлены подшипники, здесь, здесь и здесь. И вот он вращается легко и просто. Ну, особенно самодельщикам, которые увлекаются этим делом. Но это все пока еще в стадии разработки. Факт в том, что я вам хочу показать, как именно я вставляю подшипник. Сюда. Вот это была форма, я ее разрезал, дабы вам было более понятнее, что с ним происходит. Вот здесь стоял подшипничек, он уже старенький. Вот сейчас на его примере я вам и покажу. Ну, берется болт, там, определенной длины, какая вам нужна. Подшипник, в данном случае, для 20-й трубы, для пластиковой, вот для этой, которая паяется, 608-й. Диаметр подшипника с вот этим диаметром, он не совпадает, порядка где-то 2 мм. И сейчас я его начну впрессовывать. Сейчас настроим паяльничек. Что для этого необходимо? В общем, взялся такой болт на М8. Как раз он сюда входит хорошо. Ну, здесь я при помощи дрели и наждачного круга вот это все обточил. И сделал здесь прорезь. Для чего? Для того, чтобы потом, в перспективе, когда я буду зажимать, схватить здесь негде. Чтобы не рвать резьбу, не мять. Я потом вот так гаечку сгоняю на край. Дабы, когда буду отверткой придерживать, чтоб его, ну, не расщеперило. И использую, для того, чтобы его сюда загнать, буду использовать, ну, такое вот приспособление. Купил какое-то это в сантехническом магазине. Ну, у вас, если нету этого, допустим, можно использовать обыкновенную шайбу, которая должна быть немного больше подшипника, дабы, когда начнем ее сюда впрессовывать, чтобы у нас был ограничитель, куда она упрется. В общем, хочу сказать, что сразу это дело может не получиться. Ну, вот эти штуки, они копеечные. Ну, не получилось, разрезали, выкинули. Следующий начинаем. Сейчас покажу, как это делается. Ну, вот пока греется паяльничек, немножко расскажу еще. Если вы сомневаетесь в том, что он там сидит не совсем надежно, ну, вот, если, допустим, узел настолько серьезный, что вот надо, чтобы он не выскочил. Сейчас мы его сюда постараемся прессовать, и я вам расскажу, покажу, как делается вот это дело при помощи соды и суперклея. В общем, паяльничек нагрелся. Сейчас, первоначально, я его прогрею и сюда буду вставлять. Ну, он ставится где-то, сначала вставится на 1-2 мм. Это первый раз. Для того, чтобы дать контур, ну, я сейчас покажу, это буду делать быстро, только то, что она холодная, это горячая, и он начинает быстро остывать. А второй раз уже мы его впрессовываем более капитально. Немножко так его пошевелили. И делаем ему наметку. То бишь, посадочное место. Но вот сразу не получилось. Сейчас еще раз прогреем чуть больше. Ну вот место уже ограничилось. Вот оно уже показало посадочное место. Ну а теперь чуть-чуть дольше прогреваем. И упора какая-то. И будем сажать его на место. Чтобы шайба у нас плотно прилегла.
Ну, в общем, вот, получился вот такой вариант. А сейчас пойдем его заклеим. Желательно вот это место обезжирить. Там, где будет у нас клей. Обезжириваю обычно растворителем. Или вот есть такая антисиликоновая смывка. Ну и даем немножко ему высохнуть. Ну, в общем, вот набрал какую-то емкость соды, желательно без комочков. И беру вот такой вот суперклей. Аккуратненько вот здесь вот по кругу, чтобы он зашел вот в эти вот пазы. Промазываю суперклеем. И выждав где-то порядка 2-3 секунд, опускаю в соду. Вот что получилось сначала. Затем опять сверху клеем по соде. Можно повторить еще один раз. Заканчивать надо содой. Не клей, чтобы был, а была в конце сода. Обязательно дождитесь, чтобы смывка, то есть обезжириватель, он просох, высох. Я немножко не дождался, поторопился. Ну а затем просто берем вот наждачкой, там чем, ножом, напильником. Лишнее убираем. Он обрабатывается довольно-таки хорошо, как шпаклевка. Да, не дождался я. Но если будете делать, обязательно, чтобы растворитель здесь он высох. Ну что, как бы вариант получился нормальный. Ну вот, все вращается, все работает. Ну, в общем, как-то так, ребят. Если кому-то в чем-то помог, буду очень рад. Всего доброго, пока.